Вардайт, и мы открыли Sunnyvale Roleplay, где есть машины, вещества, штурмовое RPG и многое другое. А также промокод OpenVale на 100 рублей. Плюс в нашей группе ВКонтакте сейчас проводится конкурс с довольно жирными призами. А теперь прыгай в описание и забирай бонусы. Обычно подобные ролики получают название «Проверил админа» на своем сервере и вначале прямо намекают на громкий и красноречивый старт, который задает ритм на весь ролик. Динамичный ритм, смена сцен и настроения, то есть сначала ты бегаешь в РП, видишь нарушения, потом спокойно объясняешь на стоп-кадре, что к чему, а спустя буквально секунд 10 ты уже морально уничтожаешь неугодных администраторов или же игроков. Увы, но нет, монтируя этот ролик, я понял, что это вовсе не проверка, а самое что ни на есть наглядный пример того, что будет, если Незнайка купит донатную админку и решит вершить правосудие. Я снимал этот ролик на нашем сервере Боброград. Совсем недавно мы выпустили обновление, так что я буду очень рад видеть вас на этом сервере. IP, группа и промокод будут в описании. Устраивайтесь поудобнее, а мы с вами начинаем. А ничего, что я... А ну вас нахуй. Переделали, кстати говоря, карту. Да. С обновлением добавили СБГ, спецподразделение Боброграда. Смотрите, сколько админов. Тут и операторы, и делюксы есть, и модераторы, и ивентмейкер на серваке. Нарушитель не пройдет. Но если пройдет, то сразу вылить. СБГ. Выбрать. Выбор класса. Генерал, медик, снайпер или же штурмовик. Ну, давайте возьмем штурмовика. Они самый распространенный класс. Даже пишется вот. СБГ, штурмовик. Зарплата 1000 сейчас. Обновление такое вышло, заточенное конкретно под госов. Большинство серваков там добавляет какие-то разные, не знаю, какие-либо разновидности профессии госов, криминалов, новый какой-то супер криминал, у которого много хп. Мы тоже такое делали, но не на этом сервере. Но мы решили как-то разнообразить игру для госов. Поэтому у мэра теперь есть целый арсенал для управления городом, зарплатами, налогами. В зависимости от класса вам на СБГ будет даваться разное обмундирование. Помимо СБГ, а также хранилище, ну именно казна города, в которой собираются налоги. Оттуда все формируется улучшение, возможно, в будущем. И зарплаты также регулируются с помощью мэра. Добавлена еще была вот такая вот постройка. Это бар. Здесь есть хозяин таверны. Можно здесь купить себе еду. Вот она так выглядит. И восстанавливается у вас сытость. Здесь еще помимо торговца есть пьяница, который может тебе кинуть шутку. Короче, вот такие вот прикольчики. Он абсолютно бесплатный. Сука, не... Да хватит. Помогите генетическую лабораторию. Зайдите, пожалуйста, они за... Кто там? Я не сам не понимаю этого. Зайдите, пожалуйста. Челы позитивные. Откройте. Там надо вести самый гениальный топор. Сейчас, тихо. Порвали. Заходи. Пару секунд. А вы что делаете? Я не понял. Ну мы развлекаемся, а вы... Battle Royale какой-то. Алиса, так что ты не сказал, что вы в волейбол играете? Выпускай меня. Так а в смысле волейбол? Ну в волейбол, только мячиков что-то дохуя у вас. Здрасте. Это не мячики, блять. Домой стоит пройти. Лицом к стене встаньте, пожалуйста. Это была первая просьба, ответ и реакция на которую не последовало. Я находился в непосредственной близости, и меня, значит, было прекрасно слышно. Но почему не ответил, это уже другой вопрос. Но ответ на него все так же простой. Это нарушение правила ФИР-РП. Отговорка, мол, я не понял, кого ставят лицом к стене и просят остановиться, не прокатит, потому что он сознательно с самого начала убегал от полицейского. Раз, два. Постойте. К стене встаньте. За что? Я уже несколько раз предупреждал. К стене. Так 2 минуты не прошло. Я все равно хочу обыскать вас. За коль? Но вы же от меня убегаете. Ну я вас боюсь, вы какой-то странный. Я еще раз предупреждаю. Какой?
Я уже показал. Куда? Вот туда. Так там несколько стен. Ну вот какой-нибудь встаньте. Сложный выбор. Там получится раз, два, три, четыре, пять. Пять стен. Блять. Так. Мне это не нравится, она бодрана. Это, в принципе, чистенько, но тут какой-то чел стоит. Мне тоже не нравится. Это мне тоже не подходит, я же не упорашиваю. Остановите. Ой, Дэн. Вот здесь нормально. Если внимательно наблюдать за счетчиком Камчаса, пока мы с ним бегаем и ищем стену, а также пока я его догоняю, то можно понять, что он отнял у меня около минуты, а то и больше. Сначала он не хотел останавливаться и попросту на меня не реагировал. После того, как я его догнал, он начал включать дурачка и тянуть время. Из этого всего выходит вполне себе резонная причина, чтобы его обыскать и найти что-либо, за что он может улететь в тюрьму. Например, оружие, а может быть даже несколько, на которые нет лицензии. Или же подчинение госслужащему на полшишечки. Сначала ты от него убегаешь, а потом ты начинаешь врубать дурачка. Ну или же на крайняк, то что чел просто оттянул время до такого момента, когда уже можно сажать за то, что человек не дома во время камчаса. Ну типа камон, его же никто не заставлял от меня убегать, а потом искать подходящую для его обыска стенку. Go green. У вас куча нелегального оружия. Почему легально? Go green. Лицензии не вижу. А лицензии при обыске есть? Не было найдено. В плане при обыске не было найдено ее. Я вас полностью осмотрел, у вас нет лицензии. Ты откуда это знаешь? Ну я осмотрел, я не нашел лицензии. Также карманы посмотрел. Я смотрел все карманы, все что только было. В плане ты нашел лицензию. Сейчас, погоди. Вы будете арестованы за ношение оружия без лицензии на него. Эмри достал из шляпы. Во время монтажа я подумал то, что я слишком рано его посадил в тюрьму и заковал в наручники, потому что он прописал команду Ми и захотел отыграть якобы лицензию, то что она у него есть, через ролл. Но другая моя половина говорит о том, то что... Бля, он тянул время, он сначала вообще на тебя не реагировал. А теперь у него прямо в тайминг выпадает такая команда, что он тянется руками к шляпе, которые у него закованы. Не буду говорить, что я тут супер 100% прав, все пидорасы, а я один Д'Артаньян. Думайте сами. Это спорный момент, как я думаю, но дальше будет намного интереснее. Ну все, вот, лицензия есть. Там нету лицензии. Туда его. Туда его, конечно же, туда его. Так, теперь можно еще кого-нибудь поостанавливать. Я вполне себе адекватно да, объясню, что у него при обыске ее не было найдено. Над головой я не вижу, я обыскал его, ее не нашел. Здравствуйте, вы тут да, живете, нет? Какая жизнь, вы о чем? Мы в волейбол играли. Здорово. Здорово. Ты как мог знать, даже без отыгрывания, без ролла, без какого-либо трая, то, что у меня нету лицензии? Объясни. Ну, я же тебя обыскал, я ее не нашел. Ну и че? А обыск не... показывает, есть у тебя лицензия или но нет. Но мне достаточно ты того, что у тебя не пишется над головой, есть ли лицензия или нет. Ты меня не перебивай. Ты при меня обыске не перебивай, лицензию дружище. Не показывает. Но тогда... А ты меня это устно обыграл, в чем проблема? Ты даже не послушал меня. Ты даже меня не послушал, я хотел достать тебя по лицензию. Ты достаешь что-то, когда у тебя руки связаны. Все, без Б. Во-вторых, ПРПД должен был попросить показать лицензию. Я не нашел во время обыска. Если бы у него во время обыска была лицензия, просто над головой даже написано, я что-то вижу все равно. Я не это увидел не так надписи. Работает. Я обыскал и устно ему объяснил. Считай, я устно то же самое отыграл. Да это так не работает, дружище. Даже ты если ты не видишь, почему должен ты объясняешь, как понимаешь? И что работает, так. Если я разговариваю с администратором. Угу. Блин, поймите меня правильно, немного неловко, конечно, это все слышать, но я вел себя как сука конкретно на разборке с админом, просто потому что чел, который на меня пожаловался, вел себя абсолютно так же в начале РП-ситуации в РП-зоне. А почему ты меня сейчас перебиваешь? Другой вопрос. Я разговариваю с администратором в данный момент, и мы с ним это обсуждаем. Но он тебе сказал, то, что ты должен был проролить. Блин, слушай, я еще раз объясняю. Я его, получается, позвал с оружием в руках. Попросил стать лицом к стене. Он худо-бедно все же отыграл то, что он станет лицом к стене. И получается так, то, что
Я его обыскиваю. Узнаю у него, почему у него так много оружия и без лицензии. Он говорит, в смысле без лицензии? Я говорю, ну я во время обыска у вас ее не нашел. У тебя же не было лицензии. Правильно? Правильно. Я его заковал. Потому что это работает не так, объясняю. Подожди, в смысле не так работает? Я не вижу у человека лицензии. Соответственно, во время обыска я проверяю все, что есть при человеке. Лицензии при нем не было. Ну, вот просто подумай головой и пойми это. Стой, погоди, дай-ка я кое-кого подзову. Тут есть человек. Не, ну ты позови еще весь состав администраторов, просто потому что я тебя, ну, заарестил. У тебя проверка на оружие, а не на наличие каких-то либо предметов, поэтому ты по сути это... Ну каким я образом, по-твоему, проверяю на оружие? У меня аппарат какой-то или что? Это руки, считай, это руки. Зачем ты перебиваешь администрацию, объясни мне? У него лицензия находится в паспорте, следовательно, ты не просил его не показать ни лицензию, ни паспорт, следовательно, ты никак не мог посмотреть лицензию, потому что просто так, ну, паспорт брать это, ну, как бы, не по уставу. Но ты обыскиваешь его на наличие нелегального оружия, а не на наличие лицензии. На наличие лицензии ты отыгрываешь через СМИ. А если бы у меня выпал правильный ролл, то есть если бы верный выпал ролл, то есть больше, чем твой, то есть ты меня получил, посадил бы, получается, за просто так. Почему? Я не за просто так посадил. Ты в СМИ что написал? Я пытался в быстроте писать, достал из шляпы. Лицензию не достал из шляпы, в этот момент быстрее. У тебя уже были связаны. А я что, не могу в наручниках дотянуться до шляпы? Типа, это как минимум проблематично, возможно, когда ты подвязан ко мне. Во-первых, ну я подвязан, но все равно могу же. Почему ты его связал, заковал в наручники до того, как проверил лицензию? Потому что у него куча оружия, и сейчас идет комендантский час, и он не дома. И еще по нескольким причинам я это сделал. Он изначально меня вообще не слушался и пытался, смотри, от меня убежать на паркуре. Давай начнем с этого. А демку можно посмотреть? Есть у кого-нибудь демка? У меня? Демка? Ну, чел подал жалобу, пусть он тебе показывает демку. Я тут что буду делать? Я еще демку буду показывать того, что я не виновен, серьезно? Ну, так тебе придется. В смысле мне придется? Человек подал жалобу, показывает демку. Потому что, подожди, потому что если... У него сейчас демки не будет, тебе придется показывать демку. Потому что по всем фактам, что я сейчас имею, у тебя нон-РП и фриарет. А, у меня нон-РП. А в чем оно заключается? То, что я человека обыскал и не нашел у него лицензии, просто устно это обыграл, чтобы сэкономить время? Как бы камчас идет, мне, да, ну, нет смысла и резона какого-либо задерживаться на одном человеке. Сэм, погоди, а ты тоже устный ролл отыграл? Тоже это устный ролл отыграл? А какой устный ролл? Ты со связанными руками МИ пишешь. В чем прикол? То, что ты там что-то достаешь. У тебя руки связаны, чел. Не перебивай меня, дружище. Да я сейчас буду разговаривать. Вы на меня вдвоем сидите, давите какого-то хера. Ты неадекватно себя ведешь. Ты перебиваешь как и меня, так и администрацию. Так это ты свои 5 копеек поперек вставляешь, когда я пытаюсь объяснить, а потом говоришь, чтобы я никого не перебивал. То есть мне типа сидеть молчать, нахуй я тут нужен, тогда спрашивается. Сейчас я вам обоим выдам просто за помеху разбора. Ну, ты можешь. Да, сделать проще, просто выдать нам обоим за помеху разборкам, и жалоба будет закрыта, все. Просто если вы будете меня затыкать систематически, какого хуя я тогда тут вообще делаю? Пусть он показывает демонстрацию, а я пойду дальше играть РП. Вот тут начинается, опять же, самое интересное. Администратор, вместо того, чтобы поставить того, кто на меня пожаловался перед фактом, мол, показывает демонстрацию, даже если она не полная, то я ее все равно посмотрю, и будем выносить вердикт, исходя из этого, а потом сказать мне тоже показывать демонстрацию. Он решил в будущем в тупую просто закрыть жалобу, не смотря демонстрацию ни у одного из игроков. Понимаете, даже не передать какому-либо админу эту работу. Так еще и накинуть нам обоим срок за помеху разборкам, то что мы нормально друг друга не можем выслушать, а он на это никак не может повлиять, видите ли. Я вот, например, думаю то, что в администрации должен сидеть чел, который может просто вот словесно сказать, типа, ребят, культурно завалите ебальники и продолжайте разборки таким образом, чтобы сначала один говорит, потом другой отвечает, и вот в таком ключе должна проходить разборка. Не, конечно, можно пригрозить то, что вот в конце разборок я когда буду выносить вердикт, пропишу к какому-либо человеку из вас, кто будет перебивать, правила помехи разборок. Я пытался заставить их говорить по одному, но они друг друга вечно перебивают. Друг, рассказывай. Давай, рассказывай. Еще раз, рассказывай. Ну подожди, стой, я... Ну давай. Я во время комендантского часа иду за СБГ,
выхожу с цемента и вижу человека, который стоит на улице во время комендантского часа. Это он. Только он увидел меня и начал я с ним диалог, чтобы он стал лицом к стене, он убежал, прыгая на паркуре. Я забрался на крышу небольшого домика в районе радиовышки вот этой. Он сидит там, типа от меня прячет. Я ему говорю, лицом встань к стене, комендантский час. Он говорит, ну время же еще не вышло, когда я должен идти домой. Я говорю, но я все равно намерен тебя обыскать. Он стоял минуту с хером, искал, к какой стене встать. Я ему говорю, встань к любой стене, мне без разницы. Просто к стене встань, условности то выполни, не более. С горем пополам он встал лицом к стене. Выйдя уже за пределы вот этой вот вышки, он встал лицом к стене, я его обыскал. В ходе обыска я нашел у него кучу стволов. Ножи, автоматы, может быть еще что-то. У меня там даже в чате лог сохранился того, что найдено. У него в этот момент не было лицензии. Как и сейчас, в принципе. Если что, дон оружия, ты систематически не видишь дон оружия. А, подскажи, где эта пометка? Вот тут, в этом фрагменте, начинает администратор слева давить на то, что я не могу видеть донатное оружие путем обыска, пока человек его не достанет и не подержит при мне в руках. Грубо говоря, он придумывает правила, которого вообще нету в списке действующих правил на этом серваке. Я типа что, совсем на дебила похож, раз я не помню, какие есть исключения, а каких нет на моем серваке? Я вот, например, помню то, что мы с администрацией в беседе обсуждали то, что донатное оружие видно, даже если он его спрячет в анус, блять, ебогу, ну что это за пиздец, каких-то серваков? Серваков понасобирали себе правил донатные администраторы и сидят их и выдумывают. В нон-РП ты не можешь. Ты чё, подходишь к человеку и видишь его? Имя, статус, где там, я не знаю, лицензия у него есть или нету, нет, и кем он работает? У него было покупное у контрабандиста или у продавца оружия? Да я откуда? У меня все донатное. Но я нашел в ходе обыска эти пушки. Вот так это и работает. Донатное оружие, если ты не видел у него в руках донатное оружие, ты в принципе его при обыске, даже если хорошо, пишешь, а где-то написано? Ты не можешь его найти, потому что ну смотри, ты не должен арестовывать за дон оружие. А где это написано? Пункт какой? Ну да, пункт какой, спроси, ты утверждаешь. Спроси у любого наборного. Правила, пункт, наборные, что это ли? По факту правила свои НОНРП пишет каждый под себя. Я не вижу в нон-РП этого уточнения. У нас на сервере много уточнений нету. Так а я тут при чем, если уточнения конкретного нету, какого хуя я должен узнавать об этом тогда, когда я уже что-то сделал? Ты мог спросить у любого другого человека. Но это правило, которое сейчас уточнение выдумали люди сами себе, и ему свято верят. Его в правилах я не вижу. Я еще раз могу пролистать нон-РП и прочитать вам. Там этого уточнения про донатное оружие, которое не находится при обыске, если его нету в руках у человека, я не вижу. Ну пошли капризу сейчас позову, чё уж он скажет. Ну напиши. Пиво, например, тогда. Или ты хочешь весь состав админский собрать, чисто потому, что тебя арестовали, ладно, пока ты сидел, ладно, ебланил и дурака валял. Пока я тебя просил стать лицом к стене. Но так ты в любом случае не мог его арестовывать, не проверив лицензию. И устно лицензия не проверяется, она всегда проверяется через Мирол. Если у человека нет лицензии, она проверяется через Мирол всегда. Если есть, то ты можешь просто попросить предоставить... А как он, в смысле, через Мирол у него руки связаны были в этот же момент уже? Ну, что да, он может там сделать? Почему ты связал ему руки до проверки? Потому что у него оружие было найдено. Вдруг он достанет ствол и начнет меня ебашить. Это для своей же безопасности. Так он, смотри, он и сразу же он нарушил ФРП, ты кидаешь на него жалобу. В чем проблема? Я наперед действовал, я ничего такого не сделал, я его не задамажил. Он со связанными руками ми отыгрывает. В чем, блядь, прикол? Что это такое? Ко мне какая претензия? Ну, а как ему еще, подожди, а как ему тогда еще показать тебе лицензию? Блядь. Подожди, я вот только сейчас понял, насколько это логично. Ты просишь показать лицензию человека со связанными руками. Я не прошу его показывать лицензию, алло. Ты потерял суть жалобы или что? Хорошо, все. До меня я потерялся, да, чуть. Хорошо, согласен. Давай я тебе еще раз объясню, если ты не понял. Помнишь, когда ты меня еще шокером ударил? У того, кто обвиняет, есть доква. Вот как раз таки, когда ты подошел, я хотел попросить демку. Они начали объяснять все по-новому. Я жду, пока он демку покажет.
У тебя так есть, у меня всей сути демки нету. У меня только момент, когда ты там уже со шляпой вот эта вот вся фигня произошла. Когда ты написал мид, ты меня стоя в наручниках. Но у тебя, судя по твоей демке, тогда будет на НРП. Ну сейчас, погоди. Ну, так мне нужна полная демка для понятия сути. Ну, у меня полный нет, но сейчас дай писарю. Я жду, пока он демку покажет, он подал жалобу. Он насчет этого должен трястись больше, чем я. Ты почему-то видишь донатное оружие, которое по правилам никто не видит. По правилам укажи вот пункт, пожалуйста. Блять, прошу прощения. Блять, вот видишь, я... блять, это не пункт. Я говорю просто... Просто начинаю уже злиться. Ну, я тут при чем? Ты мне приписываешь пункт, которого в правилах нету. Вышестоящие администраторы, ты можешь у любого спросить, они тебе скажут, что донатное оружие не видно. В правилах где написано это? Давайте я кое-что еще раз поясню, если у тебя со слухом, ну, самое мало с проблемы. Ты демку покажи. На сервере некоторые правила. Демку. Не перебивай меня. Демку покажи уже, блядь, ты за тебя разборка тянется. Демку покажи. Сука. Демку на стол, блядь. Демку, блядь, покажи, тебя просят уже. Молчи просто. У меня она не полная. Да какая в хуй разница, покажи просто демонстрацию, чел подумает, что делаешь. Хорошо, покажу. Я ввожу вам правила одного микрофона, короче. Если вы будете говорить вместе, я добавляю обоим добавляю нарушение за помеху разборки. Окей. Все услышали? Все. Каприз. Что-то с вами? Каприз, привет. Наборный? Да. У меня вопрос тебе. У меня тебе вопрос. Я обыскал человека. При обыске нашел кучу оружия. Он говорит, что это все донатное. В правилах нет уточнения нигде по поводу того, что донатное оружие не может быть выявлено с помощью поиска обыска на оружие, если у человека его не было в руках, этого не было видно. Я прошу у них пункт, который это запрещает делать, видеть оружие донатное при обыске, если человек его не держал, мне никто ничего не может по этому поводу по существу сказать, что вот такой-то пункт запрещает, посмотри, загляни в правила и смирись с этим. Но мне хотят приписать НОНРП чисто поэтому, хотя в правиле НОНРП нету такого уточнения. Смотрите. Подожди, можно? Ну ладно, говори. У него НОНРП не потому, что он донат оружия видит, у него он не отыграл полностью проверку на лицензию у человека, который ее не было. Он не дал человеку дописать ни ми, ни ролл и сковал его в наручники до того, как вообще проверил лицензию. Ты сейчас обманываешь. В смысле? Ты сказал... В прямом? В каком я могу еще раз пересказать. У меня, видимо, память хорошая, в отличие от тебя. Я могу еще раз пересказать. Смотри, ты сказал, что ты... Каприз, давай расскажу. Нет, смотрите. По поводу как раз-таки оружия донатного. Я сам лично разговаривал с куратором, и получается, донатное оружие видно в любом случае, при обыске использовал ты его или нет. Вы чё мне тут, блядь, заливаете? Что какого хуя происходит? Извини, каприз. Да ладно уж. Потому что нет, просто опять-таки даже лепил. Ну-то я думаю, хули вы куратора не хотели звать, блядь. Понял, я тоже ошибся. Я согласен, что я ошиб. Потому что в последний раз, когда меня обыскивали на... Когда я, типа, обыскивал, у него было донатное оружие, мне все вокруг сказали, что донатное оружие при обыске не выявляется, если он в руках его не держал. Руководствуйся правилами в таком случае. Так вот, я еще раз тебе тоже расскажу. Комендантский час ситуация. Я иду за СБГ по улице, вижу человека... Именно, ну, вот он играет за бандита. Я увидел, попросил стать лицом к стене. Ну, просто чтобы обыскать, предупредить, что еще есть время уйти домой и отпустить его. Все. Он от меня начал убегать, на паркуре прыгать. Расстояние было такое, что меня было нормально слышно. Но он убежал на паркуре. Я его нашел на крыше, попросил стать лицом к стене. Он в этот момент начал играть на дурачка, говорить, о какой стене? Вот это мне не нравится, стена. Вот. Я говорю, мне... Все равно, какой стене, просто встань, выполни эту условность, я тебя обыщу, и все. То есть он тянул время. Времени достаточно уже прошло, чтобы обыскать и съебаться домой. Он дотянул до такого момента, когда я могу спокойно уже его посадить.
Причем он это делал не по моей инициативе, я его не просил. Я сказал лишь, стань лицом к стене, это обыск. Он стал лицом к стене с горем пополам, я его обыскал на оружие, нашел кучу оружия. Он говорит, вот, у меня, типа, лицензия там... вроде есть, типа, я говорю, у тебя ее нету. Я говорю, при обыске ее не нашел. И он начал через меня отыгрывать, а я в этот момент уже его заковал в наручники. У него руки связаны. Он полез в шапку через ми с закованными руками и начал там что-то доставать якобы. А я ему в этот момент уже срок прописываю. То есть он только-только отыграл ми, будучи в наручниках. Я уже ему прописываю срок. С какого хера у меня нон-РП, я не понимаю, потому что он валял дурака, когда я его пытался обыскать, ища, будучи в поисках стены, бегая от меня, когда я ему с оружием в руках говорил стать лицом к стене, и во время вот этого обыска, будучи связанным, он лезет, блять, в шапку доставать лицензию. С какого хера у меня нон-РП, я не могу понять. Слава богу, мы хоть разобрались с тем, то, что оружие донатное тоже видно при обыске. Ты не дал сделать ролл на проверку. Да чел уже время затянул, что ему в любом случае срок грозит за то, что он не дома, блять. Что мне с ним делать? Отпускать его? Ты же понимаешь, какая хер разница всем? Да в смысле, какая хер разница? Ты время сам намеренно оттянул, и в итоге времени столько вышло, что тебя уже в любом случае придется сажать. Просто перебиваешь. Меня, ты меня бесишь уже. Так закрой жалобу, иди играй дальше, что ты мне мозги тут ебешь, знаешь? Но вот насчет растягивания времени, тут это, по идее, относится к ФРРП, то что ты не будешь обсуждать, какой же стенки. 1-1 плюс 1. 4. Ближайший сразу же вставит. Но если вот еще подробности с тем, что закованными руками. Вот, ну а как он с завязанными руками, он дотянулся до шапки. Возьму голову, вот подгибаю чисто под себя. Наручниками дотягиваю. Он ко мне подвязан. Он ко мне, блять, подвязан, я говорю. Вот, смотрите. Так ну так подвязан, но я же могу... У него все руки ко мне подвязаны полностью, я об этом говорю. Предупреждал. Как минимум, вы уже получаете один раз туда. А вследствие чего, но... А я за что получаю? Один микрофон помеха разборкам. Вследствие того, что ты меня, блядь, не слушал, ты мне доказывал слепо то, что у меня еще будет нарушение, вот то, что я донатное оружие я вижу. Я тебе перед этим говорил. Я, когда вы начали друг на друга орать, просто, ну, я так и не смысла не понял. Что вам правило одного микрофона, потому что вы друг друга перебиваете, я не могу разобраться, что вы делаете. Это не наша ZXC вина, то, что ты не можешь нормально оценить ситуацию и приписываешь мне нарушение правила, которое не предписано в правилах сервера. И пытаешься мне это слепо доказать. Мы из-за этого и перекрикивали друг друга, потому что ты не можешь дать нормальную оценку. Так, а подожди, нафиг вообще тогда друг на друга орать, если вы пытаетесь разобрать... Потому что ты сидишь давишь на разборке, пока каприз не пришел, блядь. Ты сидишь давишь на разборке... Еще насчет одного нарушения. Я пытаюсь его объяснить, вы, сука, сидите орете типа на меня, то что вот у меня нарушение этого правила. Я еще раз прошу показать пункт, и ты мне не можешь его показать. Ты мне просто его не можешь показать, потому что его нету. Пришел каприз, и ты сразу сказал, да, я ошибся. Вот я, ребят, думаю, то что вот я кое-что сейчас скажу, и со мной по этому поводу согласится достаточно большое количество людей. На жалобах в Dark RP два игрока, которые подают друг на друга жалобу, это дети. Ну, не в плане возраста, а в плане поведения. Вот один говорит, он насрал мне в песочницу, а другой говорит, нет, это он мне насрал в песочницу. Нет, у тебя говно воняет, значит, это ты мне насрал. То есть у них споры проходят в таком стиле, поэтому им нужен взрослый, нормальный, адекватный человек. В том плане то, что спокойный, а именно администратор. Администратор играет роль взрослого, того, кто делает такой баланс. Вот ты говоришь сначала, потом ты говоришь. А если вы будете кричать, то у меня взорвется нахуй башня. Я возьму ремень и отпизжу вас, выдам вам бан за помеху разборкам, поэтому лучше говорите по очереди.
Администратор в этом плане не должен быть приверженцем одной из песочниц, которую насрали, и он должен трезво оценивать ситуацию, которую ему описывает один из игроков. Но судя по вот этой вот демке и по тому, как админ ведет жалобу, можно сказать то, что администратор превращается в третьего, блять, ребенка, а это ну просто пиздец. Но он превращается в ребенка просто с возможностями чуть побольше. Например, он может оперировать правилом помехи разборкам и постоянно про него говорит, но повлиять на то, чтобы нас успокоить, он никак не может и не хочет, он просто в дальнейшем закроет нахуй жалобу. А пока он ее не закрыл, он просто сидит и с нами спорит, не просматривая ни одну из демок, хотя это просто, ну это база, просто на жалобе посмотреть демку. Потому что я, когда он сказал, что такого типа нет, я тебе еще раз говорил, я после этого сказал, что я на личном опыте, когда человека обыскивал, мне сказали, что у него донатное оружие, поэтому оно его не видно при обыске, я не знал. Кто тебе сказал об этом? Ну, бля, я в ахуе. Жалобу разбирать не совсем компетентно. Передай, пожалуйста, капризу, пусть вот он разберет. Короче, вот, блядь, честно, меня это все уже подзаебало на крайняк. Давай реально, пусть нахуй, вот он не будет разбирать? Да. Пусть каприз разберет, и все. Меня уже заебало. Я теряю время, блять, у меня там маники ебаные, я уже заебался, честное слово, на этой жалобе, блять, потому что я сижу тут, блять, теряю время, стоим на одном месте, пытаемся разобраться, блять, что-то как нахуй, захуя оно мне надо. Потому что админ затуп, поэтому поймал. Да я, блядь, думаю просто жалобу закрыть, меня это заебало уже. В чем смысл разбираться, если мы тут стоим, блядь, на одном месте и чешем колени, блядь? Потому что когда мы дошли до какой-то логической точки посмотреть демку, ты начал отпираться, что тебе насрать, ты не будешь показывать демку, потому что он должен над этим. Стой, погоди, чё, блядь, он ты говорит... еще раз сказал? Мне насрать, я не буду показывать нет, демку, блядь! Да ты это сказал сейчас! Да подожди, блядь, послушай! Он говорит, что ему насрать, он не будет показывать демку, потому что тебе об этом нужно печься. А ты сказал, что у тебя не полная демонстрация. Ну тогда у меня не полная демонстрация, у меня там, блядь, один кусок. В смысле, я дословно, ну хорошо, ты сказал, что тебе дословно не насрать, тебе все равно, дословно. И ты будешь ждать, недословно говорю, пересказываю. Ты сказал, что тебе все равно, и ты не будешь показывать демку, потому что должно волновать его. Потому что это он кинул жалобу, и его должно волновать. И в чем я не прав, блядь, извини меня. Ну так вы говорите, что я за туп поймал. Ну так, потому что, откуда мне взять факты, подтверждение, что-либо, да как-нибудь вас рассудить? Чела просто перед фактом поставить, сказать, показывай демку, либо я закрываю жалобу, не имея нормальных доказательств. Все. Он не обязан показывать демку. Я ну, про обвиняемого. Я вообще тут должен сидеть защищаться, да, а не демки, бля, показывать. Я что тут, обязан, сука, видео какое-то снимаю по вашему. Они типа на меня наезжают. Я объясняю, почему я не могу. Я про это и говорю. Ну все, значит, я закрываю жалобу. Пиздец, блядь. Демонстрации нет, ничего с вами сделать. Слышь, ZXC, ты подольше играешь. Есть правило некомпетентности админа? Некомпетентности администрации, это вроде в кодексе прописано или что, ебать. Блядь, ебаный рот. Я просто в ахуе. Честно говоря, я не помню. Закрываю жалобу, потому что я не могу разобраться. Один не хочет показывать демонстрацию, у второго она не полная. Нет, ты не я можешь не закрыть жалобу. Разберись. Так написано в кодексе. Если ты закроешь жалобу, я возьму ремень. Если... Он уже ее закрыл, блять. Сука, я пошел за ремнем. Если нет оснований, я не могу ничего сделать. Поэтому я могу закрыть жалобу, сказав, что у меня недостаточно оснований. Почему недостаточно оснований? Ты даже демку забрать нормально не скаучелу показать. А так ты не можешь просто спросить, блядь, а было такое вообще или нет, блядь, у одного из нас? Или чё, блядь, я не понимаю. Смысл мне смотреть демонстрацию, если она не полная? Я не смогу увидеть полную картину. Да ты хоть какую-то бы посмотрел бы демонстрацию. Ты просто взял жалобу, закрыл, выеб нам обоим мозги. Еще подтянул каприза. Это вы его подтянули. Да он тут сидит и за тебя время въебывает. Знаешь, почему? Если с ними, разбирайся сам, я уже занимаюсь. А, так это делюкс админ, я-то думаю, хули он мне так про правила на донатное оружие утверждает, яра, пиздец. А, делюкс админ, нихуя. Слушай, а, так у него всего один день в игре, блядь, ты чё? Чего, блядь? Стоп, подожди. Один день на сервере. Так, ну у тебя 4 недели, а у него... подожди, стой, блядь. У меня 2 недели. Один день. Один день онлайна общего. Ебануться можно.
То есть ты мне хотел выдать каприз. Наказание по правилу, которого не было вообще, да, уточнению, которого не было. Пиздец, блядь. Ты правила вообще как, ну, читал? Ты знаешь, что есть правила на сервере? Да, я знаю. А, ну да, конечно. Я же типа по-твоему совсем дебил, да, или что? Блядь, ну если ты мне свято утверждал про уточнение, которого нету, то я уже начинаю в этом не сомневаться, а убеждаться немного. Тебе еще раз сказать, что я посудил по своему опыту. Я согласен, был неправ. Причем тут опыт, тебе тучу раз говорили, правила покажи, загляни, ты, блядь, опытом своим пытаешься в один день онлайна вытащить. Я только вот с чего ржу, блядь, один день опыта, это прям такой великий опыт, блядь, или что? Да нет, тут даже не в этом дело, ты понимаешь, если бы мы сейчас не начали с тобой собачиться, не пришел бы каприз, и мы бы не поняли то, что, точнее, мы бы не смогли ему доказать, что такого уточнения нету. И он бы въебал, он бы въебывал других бы игроков. Ну, блядь... Я вообще не буду что делать, он мою жалобу закрыл, я, блядь, не говорил, похуй, закрывай именно, блядь, то, что вот ему не уточнял это. И, блядь, он блядь, говорит, что мы какие-то, блядь, ну, так... Давайте поступим более разумно, и лучше по этому поводу написать куратору. Мне кажется, он получше в этой ситуации может разобраться. Смотри, ля какой прогресс. А это мы всего лишь разговариваем с ним 2 минуты. Может, ну его нахуй, все, и просто с этим что-то придумаем, что можно сделать. Сука. В этот момент 2, казалось бы, противника объединились против общего врага. Сука, это жалоба, одна единственная. Ролик идет 30 с хуем минут, а это всего лишь одна жалоба. Да что это за пиздец, блядь? Ну, ты нашу жалобу конкретно не разбираешь. Ты мою жалобу вообще закрыл, хуя? Не перебивай меня, пока я говорю. Ты сам говорил правила одного микрофона, а сам меня сидит перебивает. Хорош ты администратор. Так вот. Потом, блять, ты закрыл мою жалобу, ты тут по факту не нужен, ты чисто тут стоишь по приколу. Я не понимаю, может тебе чисто, ну чтобы наказание дать. Кто тебя попросил стоять? Ребят, постойте, пожалуйста, нам отойти надо посовещаться. Ну нахуй, вот эту жалобу насчет обыска, блять, давай с ним что-нибудь сделаем, он ебанутый. Ну давай, погнали, в принципе. Типа он бы мне въебал бы за то, что я, например, донат оружие каким-то магическим образом. А тебе он хотел въебать и мне тоже правила одного микрофона. Хотя мы, сука, разосрались с тобой чисто по факту того, что он не может нормально объяснить мне, например, почему я не могу видеть донат на оружие. Он, сука, он как в кислотном трипе, ей-богу, он под спидами. Да, блять, он сам его, сука, же нарушает, блять. Я беру просто и говорю, он начинает меня перебивать. Ты, короче, давай забьем на это все, я тебя не знаю. Может, если я тебя как-то задел, я тебе, может, ствол какой-нибудь или же для крафта материалы дам. Не-не-не-не, да мне похуй, давай вообще. Че, тогда его ебашим, да? Да. Смотри, претензий не имеем. Мы, в общем-то, претензий-то с ZXC не имеем друг к другу. Нас беспокоит больше то, что вот человек на админке не совсем компетент. Мы с ним по факту разосрались из-за того, что он не мог нормально нам объяснить, какой пункт правила, например, запрещает донат на оружие носить, только до тех пор, пока ты не пришел, вот так было. Потом ты пришел, ты сказал, что нельзя, оказывается, не видеть оружие донатное при... И на основе вот этого, то, что мы выясняли отношения сраного, сука, донатного оружия, он уже хотел влепить нам помеху разборкам, то, что мы перебивали. А мы из-за этого реально начали сраться и перебивать. Ну давай так, смотри, я тебе расскажу сейчас 2 пункта, за которые можешь просто сняться. Первый пункт – введение игроков в заблуждение. Так ты сказал то, что не перебивай меня, не перебивай меня, не перебивай меня. Так вот, первый пункт – введение игроков в заблуждение. Ты ему сказал то, что за донатное оружие полагается бан. И ты бы ему выдал этот бан, если бы каприз сюда не пришел и сказал тебе вот эту вот хуйню всю. Второй, блядь, ты закрыл мою жалобу без моего ведома, и то есть тебе вообще стало быть похеру. Третье, ты даже сейчас нарушаешь свое же правило одного микрофона. Ты меня сколько... Ты 2 раза меня сейчас перебил, и тебе просто стало похеру, пока я не начал тебе говорить. Заткнись. Каприз, есть же правила в кодексе? Введение игроков в заблуждение. Ну что-то подобное вроде бы было. Единственное, хотел еще сказать, конечно, извиняюсь, что так вот
происходит, но... Во-вторых, я согласен со снятием, если высшая администрация так посчитает. Смотрите, на данный момент, если даже нарушения вот с его стороны, как бы, что есть, да, они подтвердятся, я лично ничего не смогу сделать. Самый проверенный вариант, можно в Дискорде подать жалобу на администратора, и там уже зам куратора, может быть, сам куратор, и вот вообще ответственное по этому делу, чтобы на всякий случай все знали. Ну, как-то так. Да. Что у него по выговорам набирается и по каким-либо предупреждениям? Введение игроков в заблуждение и еще заключение. Не, сейчас пусть он решает, он администратор наборный, он в любом случае выше, чем донат любой. Сейчас посмотрим. Так, ну вот по обычным, грубо говоря, правилам администрации пробежался, там пока что что не совпадает, но там, скорее всего, много всего связанное с кодексом. Я помню точно то, что там было вот, про заблуждение. Введение заблуждения. Какой-то конкретно, что будет, я не помню, честно говоря. Но вообще, кстати, если бы я не пришел, то что тут мог бы еще бан, грубо говоря, просто так выдастся. Не вовремя, значит, пришел за 6 походу. 11 снятия. Да что? Статья 4. Статья 4. Администратор не вправе вводить игроков в заблуждение своими действиями. Ну тут, грубо говоря, своими разговорами такие. Третий пункт, статья 4. Личные предубеждения администратора или иные непрофессиональные мотивы не должны оказывать воздействие на вердикты наказания. А они почти были, пока ты не пришел. Четвертый пункт тоже подходит. Вот. Я согласен. Третий, четвертый пункт, статья 4. Тут выговор или же предупреждение, тут в зависимости выдается от тяжести. Шестая статья, второй пункт. Должен приложить все усилия, чтобы качество работы было на высоком уровне. PM услуги он мог поставить перед фактом человека, его, типа, показываешь демку, пусть и не полную, я закрываю жалобу. Хоть статью 10, третий пункт соблюдал, хоть за это спасибо. Вот, статья 10. Второй пункт. При оказании помощи администратор должен руководствоваться исключительно своими знаниями, личным опытом и правилами сервера. В тот момент, когда я доказывал про донатное оружие, он правилами вообще не хотел руководствоваться, хотя я несколько раз об этом спросил. Покажи мне уточнение пункта, где это запрещено, например, видеть донатное оружие. Он об этом не посмотрел. Он руководствовался только личным опытом, то, что ему когда-то там кто-то еще что-то говорил насчет доната. Ну, в принципе, можно и это приплести. Блять, да это вроде правило на сервере есть. Как там его, блять, который серебро создал сервер? Как там его, блять? Ну, блять, тут, извини меня, создатель адекватный человек на серваке. И за правила тоже отвечает адекватный человек, не под солями. Ну, да. Можешь таблицу открыть, донат на администрацию? А, хотя подожди, сейчас я сам найду. Попробуй выцепить эль пива и с ним думайте. Здорово! Так, на 5. Получается 3 пункта. Кодекса. Ну, нам такие 4. Не нужны. F. Ну что, тогда снимать? Ну да, получается. Консоль вбивай, да и все. Так, у тебя делюкса осталось, нет? При обыске на оружие выяснилось, блин. Что... Блин, у тебя... Артур выяснил, не, у тебя есть, нету. У тебя есть в активированных делюкса, перезайди на сервер. У тебя она должна начисляться обратно. Автовосстановление, да.